Молодой человек, может, вы руки убираете в машине? Ничего, я... Чего это? Стоянку можно поставить? Да, давай, заведем его. Дверь закройте, пожалуйста, в машине. Сами закрывайте. А что вы ее держите? Вы неправильно, ну, действия ваши неправильные. Сейчас ваши действия отсюда. Сюда? Ключи вы что вообще? Что, водочку? Все, я вас не трогаю. Успокойтесь, мужчина. Успокойтесь, мужчина. Я вас не трогаю, вас не ломаю. Успокойтесь, мужчина. Что вы делаете? Да все, мужчина, я вас не трогаю. Вы что? Я тебе говорю, блядь. Что такое? Мужчина, вы что? Что вы делаете? Уберите руки. Я вас не трогаю. Я говорю еще раз. Уберите руки. Он ключи с машины забрал. Не трогайся. Что забрал? Ключи с машины выкинул. Зачем ты пацана бьешь? Я это все заснял. Мужчина. Я это все снимаю, я это пригнул. Я ключи с машины. Все. Смотрите, ребята, успокойтесь. Не трогайте ее. Кого? Даже не трогайте. Не трогайте. По какому поводу? Подожди, все. Откуда вы угнал? Не угнал он мопед. Мужчина, вы что вообще? Что это такое? Убери руки. Не трогайте. Что это за поведение? Все, подожди, я сейчас звоню. Зачем вы на него накинули? Я вам представился, кто я такой. Я понимаю, я не знаю, кто вы такой. Я не понимаю вообще, кто вы. Где ключи от машины? У меня ключи. Давайте сюда. Документы предъявите. Я не буду показывать документы. Вы меня остановили за нарушение. Да? Ну что? За что? Да. Ты езжаешь, начинает свой Донбасс и воюй там, блядь. Не трое ребят. Ключи от машины, давайте. Хорошо, пусть они покажут, что я хочу в паспорте посмотреть. Что вы хотите посмотреть? Что они Николаевские? Ключи от машины где? Покажут они тебе. Так пусть покажут. Я ключи от машины. Ну, занимайтесь. Андрей, где ключи от машины? У него в кармане. Сюда, ключи от машины. Что ты? В Донбассе там разбомбили. Я никуда не поеду. Ключи от машины. Приехали Николаев разбомбили. Ключи от машины. Кончайте это сумерки. Подошел. У меня все снято, у меня все снято на камеру. Хрен знает, кто он такой вообще, подошел он. Давай ключи от машины, слышишь меня? Его машина открыта, давай его давай. Я говорю, не подходите к моей машине. Давайте ключи. Я говорю, к машине не подходить. Ключи отдали сюда мне. Мои ключи отдайте мне. Вы меня за нарушение? Отойди на 2 метра от меня, не подходить ко мне. Смотрите. Вы собираете дело. Сними ее и подай газе. Андрей, вызывай, вызови. Вот это Opel Kadett. Вот такого года. Номерной знак. Вот мои права. Хорошо. А теперь верните мои ключи. Ключи верните мои. Верните ключи от моей машины. Давайте. Куда давай? Я не буду вам выходить. Я вам давать. Не буду давать ключи. Давайте ключи. Верните ключи от моей машины. Андрей, как ты. Зачем ты ему? Как так в смысле, я вот устоял, открыл дверь и вытащил ключи. У меня все снято. Документы мне предъявили. Я не буду вам их в руки давать. Так же, как ключи, чтобы я потом стоял, забирал их или что. Верните мне мои ключи. Слушай. А нафиг ты мне под райотделом? Ты едь сюда по прямой. Да. Ключи. Под райотделом. Как, блядь, дать ему ключи, чтобы он взял? В смысле, я тут стою, он берет дверь, открывает резко. В этой, я у него забирал, меня берет лошадь. Я жду ключи от машины. Я жду документы. Да. Что, гриппы? Снимайте, снимайте. Ну, я снимаю. Я вам ничего да, не дам. Да, я вам тоже ничего не дам. Слушайте, да что это такое? Давайте убирать. Давайте мы первым. Сейчас поедем. Куда вы, куда вы будете ехать? Ну все, значит покойте. Снимайте, снимайте. Документы еще раз говорю, подъявите на меня. И своих тоже, кстати. Снимайте, снимайте. Ваша машина. Свои я не буду вам ничего предъявлять, я, моя машина тут стояла, я не ехал. Чем должен что-то предъявлять? Мопед тоже стоял, никуда не ехал. Предъявлять. Андрюха, поехали. Пусть стоит, у него забрать право не имеет.